Окей, у нас еще есть интересный бизнес, который называется Flip Me. Flip Me – это первая глобальная предпродажа платежных решений. Банкинг, соединенный с крипто. Сегодня вот у нас действует второй этап из 10 миллионов, которые вчера начались. Осталось 9,5. И так у нас это продолжается каждый день. Что мы здесь еще видим? Мы видим то, что у нас банкинг и криптовалюта достигают огромного внимания от многих людей. Сегодня 4% населения знает о крипто. 96% ничего не знает. И это хороший знак для нас, чтобы нам более подробно изучить, что такое криптовалюта, что дает нам платформа Mavi Global. Обучение, изучение. Сейчас запускается шикарная академия, где будет все это проходить обучение, и мы можем с вами серьезно подготовиться, потому что если сегодня крипто знают 300-400 миллионов человек, то через 5 лет 15 раз больше людей будет интересоваться и знать. 4-5 миллиарда людей. И эти люди могут узнать об этом через вас. Ну, а как вы знаете, за это компания дает очень щедрое вознаграждение. Поэтому нам нужно эти вещи все учитывать и использовать. Кроме того, мы получаем карты. Это сеть банков, которая выпускает вместе с Visa и MasterCard карты, виртуальные и физические. Кстати, в этих картах будет кэшбэк. В некоторых из них будет кэшбэк до 10%. Такого вообще ни один банк сегодня не дает. Ну и, как вы понимаете, это огромный бизнес, потому что если игровой бизнес исчисляется сотнями миллиардов долларов, то банковский бизнес сегодня измеряется триллионами долларов. И, конечно, поучаствовать в распределении таких доходов – это огромная удача. Как распределяется? Смотрите, та же система, которая есть в Lotto Day, доходы распределяет те же 20%, которые мы можем позволить получать по договору Mavi Global с блокчейном, с Flip.me. Flip.me. Какие источники дохода? Это комиссия при обмене криптовалют и фиата. Это ежемесячные подписки, комиссия за онлайн, комиссия за покупку карт, комиссия за обслуживание и много-много другого. Чтобы нам и мы не путались, такие же пакеты, стоимость одинаковая. 100, 300, 500, 1500, 5000, 12 тысяч, 30 тысяч долларов. И те же самые иксы. Запишите, пожалуйста. Когда вы покупаете за 500 долларов, вы получаете 4 икса, 2000 долларов. За 1500 вам начисляют 5000, это 7500 долларов. От 5000 вы уже получаете 6 иксов, 600%. Неплохая сумма, 30 тысяч долларов – уже можно решать хорошие вопросы. Кто-то покупает один, кто-то, может быть, вдвоем собрался, кто-то, может быть, еще привлек своих друзей, и вы покупаете эти пакеты. Дальше у нас и 7, и 8, как вы помните, и 9, и 10 иксов есть. Здесь у нас интересный как раз вариант получения прибыли, потому что мы находимся в самом начале распродажи. Буквально из тех огромных сотен миллиардов долларов, которые крутятся в банковском бизнесе, нам выделили немного. Всего первые 50 миллионов на предпродаже. И мы получаем вот те доли, о которых мы с вами говорили. 300, 500, 1500, 5, 12, 30 тысяч и так далее можно выкупить доли. Что они дают? Смотрите. Первые 50 миллионов распределены на 6 этапов. Итак, первый этап 15 миллионов. Он уже закончился. Буквально за 2 месяца его разобрали. Второй этап сейчас идет 10 миллионов. Мы видели, что там осталось уже 9,5. 7, 2, по 7, 2, по 5. Итого 50 миллионов. Друзья, эти доли вы получаете всегда. Во всем вы получите, что человек на 100% купил, он получит с 5 тысяч 30 тысяч, с 12 тысяч 87 тысяч и так далее. Что с 10, с 80% наценка, что с 70%. Процентная вот эта надбавка, она позволяет просто людям
быстрее получать выплату. Быстрее. Поэтому сейчас у нас начали очень быстро выкупать 10-миллионный пул, который занимает, стоит на втором месте. И здесь мы еще получаем 20% от прибыли. Смотрите, начиная с четвертого этапа, пятого, шестого, мы получаем только уже 10% по выплатам. Поэтому надо не опоздать. Ну и те же права на бесконечное обновление. Когда вы получаете 1500, вам дают 7500. И через 30 дней останавливаете, то есть при выплате 7500, в течение 30 дней вы можете выкупить пакет за 1500 и снова получать 7500. Сразу отвечая на вопрос, часто задают вопрос, а можно докупить? Вы знаете, вот сейчас, пока есть доли, можно докупить. Например, если вы успеете, но с FlipMe вы точно не успеете, это по LottoDay можно успеть. Но когда закрываются уже наши вот эти доли, о которых мы говорим, все, вы не можете. Вы можете постоянно получать из 1500 только 7,5. И имея 7,5, вы не можете купить за 5. Имея 5000, вы будете постоянно получать только 30 тысяч долларов. И не можете купить за 12. Поэтому я всегда говорю о том, что монеты мы можем покупать постоянно, докупать хоть на 100 долларов каждый месяц. Знаете, вот монеты очень хорошо покупать по такой методике. Когда у вас хорошее настроение, ну, купите на 100 долларов, докупите еще монеток. На 100, 200, 500, как вам нравится. Когда у вас плохое настроение, докупите снова монеток на 100, 200, 300, 500 долларов. И оно у вас улучшится. Потому что 0,2% в день может изменить уже вашу финансовую ситуацию. И очень серьезно. Ну, здесь есть точно так же калькулятор. Не будем на нем останавливаться. Это вы дома посмотрите. Единственное, я вам так по секрету скажу, что, конечно, бизнес через FlipMe, он еще более прибыльный, ну, потому что мы получаем деньги от ежедневных транзакций, которые проводит банк. Представьте себе, когда десятки, сотни тысяч и миллионы людей делают транзакции, а сегодня, например, ну, на раскрученном, конечно, рынке Visa, MasterCard, только одна Visa делает где-то 75 тысяч транзакций в секунду. И когда-то 30 лет назад Visa, MasterCard точно так же действовали. Они говорили, находили людей и говорят, слушай, если ты возьмешь на тысячу, полторы долю, то мы тебе будем пожизненно платить процент от каждой транзакции. Сегодня я встречался пару человек таких, которые имеют, они зарабатывают в месяц сотни миллионов долларов. Вы понимаете? Поэтому, когда нашими партнерами являются SEPA, SWIFT, Union Pay, Google Pay, Apple Pay, Visa, MasterCard, то это уже серьезно и надолго. И поэтому, когда постоянно, постоянно и постоянно получать эти деньги, а банковские операции, они как были, так и будут. Кроме того, получая вот такие вот монеты, которые у нас есть у LX, через них вы будете заходить и на другие проекты, которые будут заходить и заходить и заходить на нашу платформу. Поэтому, друзья, когда мы подписываемся, то мы присоединяемся к огромной семье, которая тоже десятками и десятками тысяч людей заходит сегодня, и каждый из нас получает огромный, огромный результат. Поэтому, когда у нас с вами развивается платформа, на которой вы можете зарабатывать деньги, конечно, нужно заходить и получать эту платформу.